авиационная база ВДВКАН, которого здесь, к сожалению, присутствует, и сегодня полет, тем не менее. Уважаемый Константин Михайлович, командование российской авиационной базы ОДКБКАН поздравляет вас, профессор преподавательский состав студентов и аспирантов Балтийского университета ВМЭК с 85-летием со дня его основания. За эти годы ваш вуз снискал авторитет в образовательном сообществе страны, вырос в многопрофильный учебный и научный центр с уникальной системой подготовки кадров. Сегодня ВМЭК прочно удерживает лидерские позиции среди отечественных технических вузов. Здесь активно внедряются инновационные учебные программы, ведется исследовательская и методическая работа. Желаю вам дальнейших успехов и укрепления оборонного и научно-технического потенциала России. Командир российской авиационной базы ОДКБКАН, полковник Яркин.